Ведь реально жестко чуваков загасили. Эй, тебе нельзя здесь находиться. Ситуация у нас под контролем. Очень на то похоже. Я беру командование на себя. Ты не можешь этого сделать. Просто наблюдай. Херася. Ну, что у нас тут? Маскарад. Еще одна группа мстителей, если не ошибаюсь. Не стреляйте, я сдаюсь. С меня хватит. Просто арестуйте меня и покончим с этим, окей? Хватит с меня войны. Да? Ты хочешь свои 15 минут славы? Ну, а я так не думаю. Знаешь, что происходит с такими бандитами, как ты? Видишь? Вот что происходит. Сэр, вы в порядке? Что здесь случилось? Он бросился на меня, пришлось его вырубить. Было так, или он, или я. Ну да, типа самооборона, все дела. В итоге мусор его тупо загасил. Кажется, моя работа здесь закончена. Остальное для вас. Так. Текаем, да? Ну что, ребятки, четвертый акт. Называется Falling, то есть падение. 15:37. Так, где я? Где я? Что я? Доброе утро, милый. Не хотела тебя будить. Отвела Джимми в школу, завтрак на столе. Увидимся вечером. Люблю, Шерон. Интересно, Стоун? Шерон Стоун, блядь. О, в метро. Эй, мистер, мелочи не найдется? Да, держи. Мне что, нужны твои грязные деньги? Извините. У нас едва набирается плата за аренду. Может быть, стоит бросить попытки стать писателем? Нам нужно детей кормить, тебе нужна настоящая работа, дорогой. С этой ничего не получается. Что здесь происходит? Я уйду, заберу детей и уйду. Тебе не придется этого делать. Эта книга, она будет хороша, обещаю. Просто дай мне еще немного времени. Время то, чего у тебя нет. Может быть, стоит заново расставить приоритеты? Что ты говоришь? Мне не нужны твои вонючие деньги. Как-то так. Так, ну что, 13 глава. 13 глава, ребятки. Погнали. Так, и куда это нас хрен занес? А, то есть это... Это уже бандюки, я думал, откуда-то бомжара сидит, блядь. Бывает. Ху-ху-ху, нормально. Ха-ха. От суки. Палят, палят, палят. Палят. Да отпусти ты его, ёлки-палки. Так, типочки с огнестрелом самые опасные. Ну я вот, кстати, придрочился вот так их выносить. Они очень-очень-очень податливые. Вот если даже так. Очень-очень даже податливые.
там пацанчик без оружия, да? Все. Так, ребят, ну вы, в принципе, видели, как я с ними расправился. Я извиняюсь дико, у меня, блядь, микрофон был выключен. Короче, да, этот идиот их зазывал. Вот. Сраная труба, они сбегались. Я их сначала всех, их, короче, вынес на уровне. Потом уже в конце вынес этого придурка. Ну, в общем, вы все видели сами. Так что мы идем дальше. Так, это куда мы пришли? Извините, что не смогла открыть вам дверь. Мои ноги уже не те, что раньше. Вы тот писатель, который звонил раньше, да? Именно, мэм. Я надеялся, что вы сможете рассказать мне о вашем сыне. Он был самый милый ребенок. Я не знаю, как он вляпался в этот переплет. Я уверен, это было для вас шоком. Да, я заметил, он стал вести себя как-то иначе. Он всегда был одиночкой, если честно, внезапно он начал встречаться со старыми друзьями. Я даже не знала, что они у него есть. Я не придавал этому особого значения. Мужчина в его возрасте не должен быть все время один. Я всегда ощущала, что я сковываю его. Видите ли, он заботится обо мне.
Он рассказал вам что-нибудь о том, что произошло? Я его навещала лишь пару раз, в тюрьме. Он не рассказывал мне ни слова об этом. Сказал, что мне лучше не знать. Вы не знаете, что с ним случилось после побега? Он выходил с вами на связь? Я не могу об этом говорить, не так ли? Слушайте, я бы действительно хотел поговорить с ним. Ну, если он позвонит, может быть, я могла бы дать ему ваш номер. Тогда он сможет решить сам, может он говорить с вами или нет. Очень разумный выход, спасибо. Пока я здесь, хочу спросить вас, можно ли осмотреть его вещи. Пожалуйста, комната сына вверх по лестнице. Я ничего не трогала. Так, ну это ванна. Это ванна. Так, где его вещи? Десятое марта, 16 марта. Так, все, я так понимаю. Так, отмотка назад.